Участие в таком проекте порадовало всех студентов Олимпийского университета. А самое главное, что это бесценный опыт для их дальнейшей карьеры. Стажировка проходила по специальной программе, разработанной преподавателями совместно со специалистами автодрома. Каждый студент имел свой четкий круг обязанностей и постигал секреты спортивного менеджмента в команде профессионалов. По итогам работы провели и детальный анализ событий. Сотрудничество университета и автодрома будет продолжаться и далее. Подавляющее большинство из тех, кто работали у нас, при условии безлимитности штатного расписания, что, к сожалению, не факт, могли бы продолжить работу постоянно. Сейчас мы с наиболее выделившимися из ребят продолжаем обсуждение, и я уверен, некоторые из них будут работать дальше в городе Сочи, на Сочи автодроме. Конечно, это несомненно нужный опыт, потому что здесь в университете ты получаешь, скажем так, теоретические знания, а в практике это совершенно по-другому работает. То есть тебе надо теоретические знания воплотить в практику. Без работы счастливчики не останутся точно. Единственный в России автодром такого уровня проведет на своей трассе еще немало крупных спортивных мероприятий.